Всем здравствуйте. И опять у нас шмоточка. Вещичка. Ярослав, почему ты не здороваешься за кадром? Так, футболка. Такая у нее расцветка. В принципе, пришла довольно быстро. И сейчас я найду ее стоимость этой футболки. Секундочку. Так. Вы не поверите. 219 рублей. Она мне обошлась, а сейчас она стоит 218 рублей. Ну вот она. Вот так она смотрится. Футболка. Что, Ярослав, ты модель моя? Будем мерить? Так, ну, осталось заценить качество. Ну, можно сказать уже сразу, что это, скорее всего, просто синтетика. Хотя... Да нет. Слушайте, такая мягонькая она. XL размер. Ой, ё-моё, тут даже какая-то надпись непонятная. Очень популярная. Стайл 89-го года, что ли? Ну, такая мягонькая. Как оно будет после стирок, мы расскажем потом. Ну, все смотрится как на мальчике с пальчики. Ну-ка, сделай руки так. Тут молоко бежит или не знаю что. Ну, классно, за 200 рублей. И по ощущениям такой мягонький материал. Неплохой, не совсем синтетика. Хлопок есть, наверное, даже. Давай. Так, еще у нас есть посылочки. Да, Ярослав, есть посылки еще? Смотрим, что здесь. Так, что у нас с камерой? Приближена, отдалена. И здесь у нас должна быть бейсболка всего за 200 рублей. Вот такая. 200 рублей. Смотрим материал. Слушайте, неплохо. Неплохо. Космонавты тут. Сейчас из Ярослава сделаем гангстеры. Да? Да. Вот она. Итак, 208 рублей. Вот она, бейсболка. Пой, ты же гангстер. Как гангстер делает? Но она ему немного большая. Смотрите, такой материал такой неплохой. Нитки нигде не болтаются. Ну, прям прикольная такая. За 200. Очень такая. Как, вот не пойму, что за материал. Надеюсь, не выцветит. Ну, или даже выцветит за 200 рублей. Не так и жалко. Спой. Скажи, батя в здании. Батя в здании. Ну все, ладно. Привет, и... А что ты там кричишь? Мы просто продолжаем снимать. Итак, еще одна посылка. Опять тут какая-то вещица пришла. Как мне? О, ничего себе. Я прям пригадал. Только прям? Пригадал. Нормально, быстро прислал продавец. Обалденный ремень. О, здесь тут закрыто. Смотрите, какой красивый ремешчище. Какая застежка крутая. Прям, ой, как приятная на ощупь. Ну-ка.
Знаете, и кожа такая, ничего, прикольная. А? С резьбой. Ну так, магазином пахнет прям. Да, Ярослав? Да. Вот такая вот застежка футуристическая. Как она работает хоть? Ну-ка, раз. А, ну раз и два. Как она закрываться должна, нет? Ярослав, твои комменты. Я о ремнях ничего не знаю, так уж и не знаю, что сказать. Но он классный, золотистый и очень круто. Я не пойму, когда все. О, слушайте, держит. А как вот? А, поднимаем, вылазит. Хоп, закрывается. Ну, шикарно смотрится. И главное, этот ремень. Как вы думаете, сколько стоит, твои предположения? Двадцать. Чего 20? Денег. 287 рублей ремень стоит. Нифиг. Ну вот он. Красота. Да? Да. Называется «Роскошь бизнес-мужчины». Все. А здесь у нас должен быть чехол для китайского телефона. А может там игрушка какая-то? Да нет, там чехол за 500 рублей, по-моему. Да? 499. Вот он. Ну, мне уже этот продавец нравится. Правда. О, это лента липкая. Липкая лента. О! Как она плохо отлепляется. Папа, камера выключена? Да нет, она включена. Смотри, липнет все к рукам. Где наш обзорщик? Смотрим, как упаковал. О, хороший продавец. Хорошо. О-о-о. Все. Пупырки. Есть пупырки. Так, подарков нет. Два подарка сегодня. И здесь какое-то все тоже такое затянуто, облепленное. Ну давай. Вот, блин. Обзорщики с говорящими руками должны постоянно смотреть за гигиеной. А меня на одном из пальцев я в детстве, вот так вам покажу, обрубил палец. У меня ногти приросшая кожа. Не всегда можно ее сосить. Так что извините, как я могу. Некрасиво. Ё-моё, нифига он упаковал, а? Это пол обзора тут, обзор из 5 минут. Чехол вскрываем. Ну, наконец-то! Вот. Я думаю, мы бесконечно будем вскрывать. Фу, вскрыли. На, тебе сделаешь поделку. На Хом-Том. Хом-Том. Где Хом-Том? Вот он. Хом-Том HD. Смотрите, здесь кармашек под кредитные карты. Шкура молодого дермантина. Вот такие какие-то обалденные. Ну, вы хоть крепко тут сидите. Вот этот цветок, он вообще такой огромный какой-то, крупный, увесистый. Сейчас посмотрим, как тут телефон. Для этой хоть модели прислали. Ну-ка. А что это за модель, о-о-о, кстати? Шайтанова. Хом-Том HT16. Телефон огромный такой чехол. Но он белый, наверное, быстро запачкается, но смотрится, конечно. Кстати, у продавца там много различных чехлов. Всякие разные есть. Какие сейчас тут? Я подниму на экран камеру. Ну, это для нашей мамы чехлы. Смотрите, какие они обалденные. Хотя можно было с экрана записать, но после работы не очень охота
заморачиваться. Да, и как видите, доллар подорожал цену. А, не продается, еще и цену поднял. Смотрим. Ну-ка, давай, показывай цену. Цену показывай. Показывай цену. Цену. Ну, во, как поднял. Что-то все, в последнее время все поднимают цену. Было 8 баксов, а сейчас 8,67. Не знаю я почему. Или то, что они вот сейчас подняли цену в связи с отслеживанием посылок. Ну, смотрите, ну все равно прикольные чехлы. Хоть тут, конечно, и не кожа, а кожа там молодого дермантина. Да, Ярослав? Да. Но представьте, сколько бы... Посмотрите, сколько бы он стоил у вас в магазинах на местах. Тоже нам бы много денег надо было отдать, да. Ну, 500 рублей оно того стоит. Ну что, давай прощаться. Ладно. Еще все. Ждите барахло из Китая, барахлишко. Подписывайтесь, кому интересно. Всем ставьте пока. Лайки, оценивайте нашу работу. Надеюсь, что-то полезное. Какие-то дешевые товары для себя выбрали. Всем счастливо. Пока. Всем пока. До новых встреч. Иди телефон моменты. Да.